Дорогие возлюбленные, это открытая линия в эфире из Иерусалима. Со мной в студии прекрасные люди. Представляю вашему вниманию Авиэля Станкевича, пастора из Ришон Лиционы, и также Неймана Меламеда. Он представляет служение, международное служение, но здесь в Израиле это служение ICFC. FCSI. FCSI. Да, FCSI. Как я не пытался до эфира запомнить, но видите, как получается. Но это служение, студенческое служение, арабо-еврейское служение. Я еще раз напоминаю вам, потому что вы прекрасно это должны помнить, потому что Нейман не раз уже появлялся у нас в эфире, и сегодня в очередной раз тоже будет нам истолковывать, что же по-настоящему вот в себя вмещает вот какое понимание вот этого праздника, который сегодня у нас, сегодня на завтра или завтра на послезавтра, когда он у нас 28 числа, да? Этот праздник Тубишват, вот такой загадочный Тубишват, мы сегодня о нем поговорим, но, конечно же, поговорим сегодня также о Дне памяти жертв Холокоста, потому что именно сегодня, неправильно сказать празднуют, но отмечают. Поговорим об этом. Для вас, дорогие телезрители, у меня есть вопрос, как плодоносить в тяжелых испытаниях. Возможно ли плодоносить в тяжелых испытаниях? Вот есть ли у вас рекомендации для людей, которые проходят тяжелое время, плодоносить? Можно ли плодоносить? Знаете, как большей части мирских книг о личностном росте, они посвящены тому, что человеку нужно создать условия для плодоношения, для того, чтобы принести плод. Но вот в христианстве, в Библии есть достаточно таких, скажем так, сложных мест, которые показывают, что даже в тяжелых обстоятельствах человек что-то происходит. Вот сегодня мы поговорим и об этом тоже в третьей части, но вот пока попробуйте ответить на этот вопрос, напишите нам, мы это обязательно увидим. Прежде чем мы перейдем к истории происхождения праздника и о Холокосте тоже немного поговорим, я хочу, чтобы мы помолились во вступлении с пасторами, служителями в нашей студии. Я немного прочитаю молитвенных нужд и просьб. Нарине просит помолиться за армянских военнопленных, которые сейчас в плену в Азербайджане, чтобы Божьей помощью они вернулись домой. Помолимся. Таисия просит молиться за здоровье детей, внуков, чтобы брат Сергей выздоровел. Лилия просит молиться за мужа Евгения, за его покаяние, освобождение. Просит молиться за исцеление Валентины, чтобы она начала кушать, подниматься. Ольга просит за освобождение Светланы от зависимости. Анна молится о приобретении виолончели, учебе в Бельгии. Она поступила в аспирантуру, но никак не может уехать. Мы помолимся, чтобы Господь даровал нужную сумму. Просит молиться за здоровье семьи Манчо. Галина просит молиться за сына. Он лежачий, больной, и за свободное легкое дыхание против кис головного мозга. Помолимся обо всем, помолимся за вас, дорогие Юлия, Армине, Зигита. Мы присоединяемся к вашим молитвенным просьбам, Андрей, за родных, родственников, близких, знакомых. Давайте помолимся, дорогие. Также я вижу Надежду из Великобритании, просит молиться за Римлида, он сильно болеет ковидом. Ирина просит молиться за семьи. Надежда, помолитесь за отношения в семье, за детей, чтобы подарил покаяние. И дальше перечень не уменьшается, увеличивается. Помолитесь вместе с нами, дорогие телезрители, поддержите людей, которые сейчас в тяжелой ситуации, обстоятельствах. Аминь. Отец Небесный, мы приходим перед Тобой, мы склоняемся перед Тобой, Господи, просим Тебя, сотвори эти чудеса для каждого, Господь, о ком я сейчас прочитал и кого не дочитал, но Ты видишь этих людей, Господь, в этом списке.
презри, Господь, на них и коснись, Господь, своей исцеляющей силой, своей восстанавливающей силой. Господи, приди Духом Святым на каждого, Господь, кто сейчас у телеэкранов, Отец. Пусть разъяснение, прояснение, пробуждение, понимание и откровение придет для каждого, Господи, в той ситуации отдельной, в которой каждый находится, Господи, пусть облегчатся эти страдания, эти переживания, эти проблемы, Господи, во имя Иисуса Христа. Господи, приди, Господь, своим Духом Святым, наполни этих людей, Господь, дай им руководство, мудрость и понимание, Господи, Твоего призвания во имя Иисуса Христа. Полагаемся на Тебя, уповаем на Тебя, верим Тебе и благодарим Тебя, дорогой наш Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Благослови этот эфир, благослови наших телезрителей, чтобы мы были руководимы Духом Твоим, и также каждого Ты касался своим откровением, своим прикосновением во имя Иисуса Христа. Итак, у нас по плану говорить на тему Тубишвата, какие образы, что, как, где. Но давайте перед этим поговорим о день памяти жертв Холокоста, потому что наверняка даже с этим образом плодов, семян, деревьев это связано все-таки. Связано все-таки, а как именно написано, что прежде чем семя восстанет, да, оно должно умереть в почве. И вот этот Холокост, это же какая-то смерть, через которую прошел весь народ, ну, скажем, прямо косвенно. Всех это касается, уже больше 75 лет прошло, а тем не менее люди вспоминают об этом. Вот что можем сказать, несколько слов о этом дне. Зачем он, этот день? То есть многие подумают и скажут, ну, евреи мусолят свою тему, уже 75 лет, больше 75 лет, да, прошло, 76. И что все время к этому возвращаться? Вот что это там, ходить в музеи эти и все остальное? Вот как можно разъяснить, для чего вот, отмечать этот день? Да, вы знаете, во-первых, добрый вечер всем, Виэль, Евгений, добрый вечер всем телезрителям, рада, что вы с нами. Но вы знаете, как вот этот непарадоксальный еврей, как вот есть такое ощущение, что мусолят, на самом-то деле не мусолят. А у нас есть внутренний праздник, да, вот день памяти, да, Шуа, это весной. И вот 27 января это тот день, Международный день памяти жертв Холокоста, который был принят Организацией Объединенных Наций. И вы знаете, может кого-то удивит, но сравнительно недавно, в ноябре 2005 года. А почему, как некоторые могут подумать, такое мусоливание? Угу. На самом деле, вы знаете, буквально вчера так обновил в своей памяти историю об одном уникальном польском дипломате, которого звали Ян Карский. А он герой подполья, его в свое время при обмене пленным в начале 40-х пытали в Красной Армии, он потом сбежал, он использовал свои дипломатические каналы по спасению евреев и информировал польское правительство в изгнании, которое было в Париже одно время, лично встречался с Рузвельтом и встретился с одним. Вот я помню такую очень интересную историю с еврейским, по-моему, он был еврей, если не ошибаюсь, судьем Верховного суда США. И вы знаете, он ему не поверил. И ему многие не поверили. Те зверства, которые он видел в Освенциме, ему говорили, такое просто не может быть. То есть практически весь мир отрицал, не хотел слышать, за исключением, может быть, единиц. И, собственно говоря, поэтому и оправдано вот такое частое упоминание. Оказывается, что такое может произойти. И может произойти в любой стране. И поэтому радует, что все-таки та самая организация, которая, к нашему большому сожалению, принимает не всегда справедливые решения по отношению к нашему народу и по отношению к стране Израиля, да, давайте будем честны, но все-таки как бы вот определенная справедливость восторжествовала. И мы должны об этом помнить, мы должны помнить об этих страданиях. И, конечно же, самое главное в итоге это тот факт, что надо все-таки попытаться прийти к прощению. Я знаю очень много и слышал очень много семей, где, знаете, поколениями передается вот это непрощение. С одной стороны, можно понять, потому что эти ужасы до сих пор дают о себе знать. И люди вспоминают, но с другой стороны, все равно Холокост – это не только история уничтожения.
но это история надежды. И если мы проведем параллель с духовным миром, да, ну, по сути, мы тоже все прошли духовный холокост. Мы были рабами греха, дьявола, и Господь по своей милости дал нам это воскресение из мертвых, дал нам новую жизнь и поставил нас приносить плод и рассказывать об этом другим. Прекрасно. А вот так вот, если вкратце. Что ты добавишь? Ну, мы 70 лет говорим о Холокосте, о трагедии еврейского народа. И говорим, ну вот, да, евреи постоянно об этом говорят. Но я напомню, что есть еще один народ. Но мы не говорим это, о нас говорят. О нас говорят. Есть еще один народ, который, к сожалению, не во всех странах признан как народ, переживший Холокост, это Армения. И их там убивали миллионами только потому, что они армяне, только потому, что они мешали тогда уже, в кавычках, загнивающему режиму Османской империи. Есть еще одна трагедия, это трагедия йеменского еврейства, о которой тоже никто не говорит, это было, правда, около 700-800 лет назад. Есть очень много разных, просто это самая свежая и это самая зверская, пожалуй, трагедия, которая произошла в истории человечества за последние, скажем, там, 100 лет. И мы говорим, вот фашисты, то фашисты, это на самом деле разница между фашизмом и нацизмом, это 6 миллионов евреев. То есть ни в одном плане фашистов не было ничего, что касалось бы уничтожения евреев, они вообще об этом не думали. А вот нацизм, он действительно стал одним из факторов уничтожения людей только потому, что их даже не включили, так сказать, в список людей. И об этом нужно помнить, потому что, вы знаете, я вспоминаю этот фильм, постоянно пересматриваю каждый раз этот отрывок из фильма «17 мгновений весны», когда Мюллер разговаривал со Штирлицем, тогда это был броневой с Тихоновым. И он говорит, тем, кто сегодня, кому сегодня 13-15 лет, они нам не простят того, что мы сделали. Это разрушенные Германии не простят. А вот те, кто, кому сегодня год, два, три, для них мы должны подкамливать легенду. И вот в том месте, где вы услышите слово «Хайль» по отношению к определенной личности, там мы начнем свое возрождение. Это страшные слова на самом деле, потому что сегодня неонацизм поднимает голову, и не только по отношению к евреям. Мы видели неонацизм по отношению к чернокожим в Америке, когда был Ку Клукс Клан. Мы видели очень много того, как люди просто принижают один народ перед другим. Я вот сейчас вспоминаю один социальный ролик, который сделали в Израиле, потрясающий просто. Я честно говоря, у меня слезы поступили на глазах. Стоит на перекрестке парень, современный, видимо, парень такой, жует жвачку в наушниках, и подходит к нему пожилой мужчина и говорит ему, как дела, брат? А он в такой одежде ортодоксального еврея. И тот говорит ему, какой я тебе брат? Я ем свинину, я ем эти самые там креветки и так далее. Какой я тебе брат? Тот говорит ему, этот старик, говорит, ты знаешь, говорит, у меня был учитель, который сказал, что все евреи братья. Он говорит, да какой у тебя был учитель? Вот вообще, говорит, вы, говорит, такие, все такие правильные, религиозные. А мне, говорит, есть татуировка. И поднимает татуировку, у него тут нарисован, вытатуирован автомат. Он говорит, да, у меня тоже есть татуировка. И показывает свою татуировку на номера из Освенцима и говорит, моего учителя звали Адольф Гитлер. И я думаю, что это на самом деле прекрасное воспоминание о том, что вот в такие моменты, когда есть кто-то, кто направляет свои... А это просто... Это объяснить невозможно. Нацизм объяснить невозможно. Очень многие пытаются, но невозможно. И вот когда кто-то восстает против кого-то, только потому что этот кто-то его не устраивает, это вот как раз хорошее напоминание для нас сегодня. Что мы все на самом деле братья. И сегодня кто-то убивает евреев, завтра кто-то будет убивать армян, послезавтра грузин, послезавтра русских, неважно кого. Кто-то может сказать, что эта нация больше не люди. И страшная речь Геббельса на собрании перед Гиммлера, прошу прощения, на собрании перед высшими офицерами СС, она, скорее всего, является таким апофеозом всего. Вот он сказал, говорит, да, у каждой из нашей семьи есть свой хороший еврей. Но помните, что эти люди на самом деле не люди. И это страшно, на самом деле, может такое коснуться завтра любого. Поэтому об этом, да, нужно помнить, об этом, да, нужно говорить, и об этом, да, нужно напоминать людям, что это может случиться. Спасибо, еще раз. Спасибо, это хорошие слова. Действительно, когда попадаешь в Ядвашем, здесь, в музей Холокоста, там есть такое у них изображение, колючая проволока, и прорастает такой цветок. И такое воззвание, помня прошлое, стремясь к будущему. Да? То есть мы не просто, или ну, евреи не просто мусолят эту тему, потому что она так близкая и больна.
А основная мысль, которую ты выносишь из Едвашема, когда выходишь, ты понимаешь, что там есть посыл к, ко всем абсолютно людям, чтобы они не забыли. Это не вопрос даже еврейства или вот этого противостояния, да, вот того времени между нацизмом, фашизмом и, скажем, самими евреями, потому что, конечно, были уничтожены лица другой национальности, естественно, но евреев больше всех, это было направлено, просто направлено на уничтожение вот человека. И вот интересно, я вспоминаю эту постановку по Шалому Алейхему «Тевье молочник». Там тоже вопрос антисемитизма поднимается, и интересно, что во всем мире эту постановку играют в разных местах, и включая даже, ну, прежде всего, Америку, на Бродвее. И она очень близка людям, в том смысле, что там поднимаются вопросы, конечно, евреев и всех остальных, но, тем не менее, это проецируется на любые ситуации, где один хочет властвовать и уничтожать другого. Это касается и темнокожих в свое Я думаю, время. Что здесь это, даже, прости, что я тебя перебиваю. Это касается абсолютно каждого. Здесь немножко не то. Это, на самом деле, очень сложный и тяжелый вопрос. О нем можно целую передачу снимать, и не одну. Ну, я хотел заключить, да. Да, но я просто в двух словах. Знаешь, я не принижаю ни в коем случае никакой холокост никакого народа. Но почему убивали армян в Турции? Их убивали просто потому, что это армяне. Просто, да, чтобы у нас не завязалось. Они мешали. А почему убивали евреев? Потому что евреи считались просто нелюдями. Вот в чем вся проблема, что когда кто-то говорит один более стоящий, чем другой, это противоречит всему естеству. Это противоречит Бога. Абсолютно, да. Но вы знаете, что разница между Холокостом, почему евреи принимают тот факт геноцида армян, но не ставят его в один уровень. Почему? Потому что у евреев не было выбора. Они не могли назвать себя христианами, они не могли назвать и перейти в какую-то веру. Потому что у армян предоставлялся выбор, они могли отказаться от христианства и принять мусульманство. Ну, то есть вот такое давление. У евреев, евреи-то были разные. Евреи были лютеранскими священниками, евреи были католиками, евреи всякие были, которые даже не поддерживали своего еврейства. Если ты еврей, в Германии, у тебя не было спасения абсолютно. Да. Только в этом. Хотя евреи признают также и геноцид армян в этом. То есть уничтожение, в любое уничтожение человека – это ужасно. Поэтому мы молимся за вас, дорогие, если как-то это коснулось вас, потому что этих людей, на самом деле, переживших Холокост, уже совсем немного. Но, тем не менее, помолитесь, если в окружении вашем есть какие-то подобные люди. Помогите им, спросите, расспросите, пока они еще живы, чтобы Господь посодействовал им. Отец Небесный, мы молимся и просим Тебя о тех оставшихся, кто переживал Холокост. Мы молим Тебя, чтобы Ты их утешил, чтобы, Господь, Ты простер свое благоволение, дал им спасение, Господь, Твое спасение, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы сердце их смягчилось и открылось к Тебе. Дорогой наш Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа в этот день, Господь, мы просим, чтобы в Тебе каждый мог услышать, увидеть этого Спасителя, Господи, во имя Иисуса. Аминь. Переходя на ту бешуат, давайте перейдем, что это за праздник и насколько он, что христианский мир может почерпнуть с этого праздника, с этой годовщины, что это вообще такое ту бешуат. Вот, пожалуйста, Нейман, сделай вступление об истории этого праздника и что это такое, как, что мы можем почерпнуть. Праздник... Праздников. Да, праздников. Ну вот данный праздник, он по большому счету, можно сказать, такой продвинутый в основном в эпоху гаонов, еврейских раввинов, гаонов, и развитый очень хорошо... Гаоны – это? Это период... Отцы. Супермудрецы. Супермудрецы, да. Супермудрецы. То есть была эпоха Танаим, это самые первые... еврейские, ну, можно сказать, раввины, да, мыслители. Это первый век мыслители. И Гаон это уже более, это уже мы приближаемся к средним векам. Отлично. А евреи, которые были изгнаны с Испании, да, мы знаем, что в Испании была инквизиция, и
вот святой Арий Рав Ицхак Лурия вместе со своими учениками начал развивать эту традицию. Угу. Он ввел так называемый седер, вот заметьте, да, терминология пасхального седера во многом напоминает, на это как бы и был расчет. Седер сухофруктов, порядок. Орехов, порядок определенный, да. Порядок празднования. Порядок празднования очень напоминает... Я перевожу просто слова, которые люди не понимают. Вы правильно делаете. Мы в Израиле, мы уже на своем сленге тут общаемся. Да. Очень важно это понимать. Напоминает пасхальный седер, седер Песах. Есть большая круглая тарелка, где есть, ну, по-разному, где-то 7 видов разных сухофруктов, которые, кстати говоря, описываются в Второзаконии 8.8. Это ячмень, пшеница, и это не только сухофрукты, это гранат, это оливки, это виноград. А есть еще также упоминание о 30 разных сухофруктах или орехов, которые имеют разное проявление, мы потом об этом можем поговорить. А в чем была цель? Цель была, во-первых, сделать из города Цфат такой центр мирового еврейства, или, проще сказать, лучше сказать, мировой кабалы. И цель была вот посредством вот этого седера пасхального, или вот этого поедания вот этих, да, сухофруктов или орехов, прийти, в конце концов, к дереву жизни. Окей. Так и называется. Это Рош ха-Шана ле-Илонот на иврите, или Новый год деревьев. Кстати говоря, есть еще одна легенда в Мидраше, когда, ну, вот, наверное, видите, это еврейские деревья, они позавидовали людям и сказали, ну, Всевышний, ты дал людям праздник праздновать, что хочется. Что нам не можешь дать? Ну, да. И нам тоже хочется. Ну, понятно, что это легенда, но... Ты не веришь в это? Я в это не верю, но, понимаете, любая легенда, она получает какое-то развитие определенное, да. Культурное, историческое. Надо же как-то ее оформить красиво. Я думаю, что вот это красиво, в принципе, да. И сделали. Скажи мне, Авель, ну, что на самом деле, ты тоже, да, в это веришь, во что деревья разговаривают? А, нет, это на иврите называется «этем домем». Я как бы не думаю, что что-то, что... А вдруг они разговаривают с Богом, а? Не написано в Библии. В Библии все написано, творение, что из всех животных, которые были на планете Земля, только два разговаривали, поэтому я не думаю. Значит, по поводу самого праздника, любой праздник нужно было каким-то образом привязать к тому, что происходит в Торе, иначе люди бы не поверили. Дело в том, что, вот, как правильно сказал Нейман, это история уже средних веков, это каббалистические, колдовские разные учения, которые появились здесь, в Цфате, не только в Цфате, Цфат, Твери. Благодаря этим учениям мы сегодня имеем те масоретские тексты, которые мы имеем, потому что это они, собственно говоря, упорядочили алфавит, сделали огласовки и так далее. А с другой стороны, мы имеем с вами вот это вот колдовское учение Каббала. Но тогда евреи все-таки еще следовали именно не устной Торе, а по большей части письменной. И очень много было конфликтов, и об этом написано в Талмуде, что очень много было конфликтов между всеми вот этими вот раввинами, которые говорят, нет, а вот это не написано, нет, это написано. И вот каждый практически сипур в Талмуде, каждый разговор в Талмуде начинается с того, был спор между равом таким-то и равом таким-то. И вот они обсуждали. Нужно было притянуть, собственно говоря, какой-то из библейских, он говорит, из истории что-нибудь к этому празднику, чтобы их увязать. Что они сделали? Они сделали очень простую вещь. Считается, что в этот день, вот здесь очень много связано с десятинами, которые должны были приносить от разных деревьев, и в этот день как раз начинался новый отсчет плодоношения деревьев. То есть какие плоды от каких деревьев мы должны были приносить в счет прошлого года, и какие начать отсчитывать в счет этого года. И вот в этот день, 15 дня месяца Шват, начинался отсчет нового года десятин. То есть все деревья, которые начинали свой цвет и впоследствии плодоношения с 15 дня месяца Шват, уже считались, засчитывались в десятину следующего года. Ну и, соответственно, к этому привязали красивый праздник, что это Бишват, нужно было там все это сухофруктами оформить, и до сих пор эта традиция сохранилась. Традиция красивая, традиция очень классная, особенно для детей, дети ее любят. Я, честно говоря, тоже очень люблю, потому что я люблю сухофрукты, люблю орехи, поесть, да. Это святое, это еврея. Поесть я люблю, да. Поэтому я люблю. Да. Иисус очень много уделял времени еде, он постоянно преломлял хлеб с учениками, как кого исцелил, обязательно покормить нужно было. То есть поесть это для евреев очень хорошо, и любой праздник, он всегда сопровождается едой. Но здесь именно фрукты, именно засушенные, потому что мы как бы благодарили за то, что Бог дал в прошлом году, и начинали что-то новое, то есть сухофрукты
они же такие сухие уже, высушенные. Но тем не менее, они же вкусные. Они же вкусные, да. И их нельзя уже как бы причислить, они потому и засушенные, что их нельзя причислить к десятине следующего года. То есть нужно было начать продолжать делать что-то для того, чтобы появились новые плоды. Ну а дальше уже, конечно, все это увязали в большой красивый праздник и традицию. Друзья, прокомментируйте, близок ли вам этот праздник Тубишват, или он близок только вот некоторым из нас. Мы поговорим о символизме, конечно же, после перерыва. Мы будем общаться на тему деревопознания добра и зла. И дальше есть у нас вопросы по тексту в том числе. Поэтому не переключайтесь, будьте с нами, и Тубишват будет с вами. Поэтому, друзья, напишите нам. Я напомню вам вопрос. Напомню вам вопрос, который я вам задаю, как плодоносить в тяжелых испытаниях. Вот мы будем говорить о семени, о законе семени и жатвы, и может вы нам в этом тоже можете помочь. Через несколько минут мы вернемся. Сайт телеканала ТБН – это уникальная интернет-площадка, на которой происходят естественные вещи и сверхъестественные чудеса. Смотри уникальные авторские программы и прямые эфиры из Иерусалима, Петербурга и других точек мира. Присылай свои молитвенные просьбы и делись свидетельствами. Читай новости, эксклюзивные статьи и Библию. Помогай нуждающимся. Наполняйся Словом Божьим через проповеди известных проповедников. Сей в вечность и будь счастлив вместе с ТБН. Как смотреть общественный телеканал ТБН? Легко, удобно, доступно. Мы ведем вещание через самые популярные спутники. Если вы еще не являетесь абонентом кабельной сети, то заказать антенну и ресивер ТБН можно у ближайшего установщика оборудования. Предпочитаете смотреть программы ТБН на компьютере? Интернет-вещание в отличном качестве доступно на tbn-tv.com. А также на сервисах для просмотра «Картина ТВ», «Кристал», «Пирс» и «Яндекс.Эфир». Смотрите ТБН через смартфон или установите мобильное приложение нашего телеканала на Android и Apple устройства. Смотрите любимые программы на сайте или через Smart TV. Наслаждаться нашими программами можно на всех мобильных устройствах. Присоединяйтесь к миллионам зрителей телевидения без насилия. Смотрите ТБН любым удобным способом. Музыкальные новинки известных христианских исполнителей, воршип-коллективы, поклонники и левиты. В эфире ТБН каждый день. Специально для тебя мы регулярно обновляем наш плейлист, чтобы ты мог прославлять Бога в любое время. За успехом не упусти главное. Будь героем там, где близкий нам самый-самый, где нет оваций толпы, где наши жены, родители, дети и настоящий ты. Поклоняйся вместе с нами. Смотри клипы на ТБН и ощути прикосновение Святого Духа. Ведь Бог живет в словословии своего народа. Дорогие друзья, мы продолжаем. Вторая часть нашей открытой линии. Мы говорим о празднике Тубишват. И, конечно же, будем продолжать общаться на эту тему. Какой символизм, какое значение для нас это может иметь? Имеет ли этот вот такой смысл, скажем так? Мы не вдаемся в
иудейские традиции в этом случае, потому что, конечно, мы христианская программа, и мы хотим извлечь вот главные ценные мысли, отталкиваясь, скажем так, от тех, кто принес нам Слово Божье и приведет нас к истинам Слова Божьего. Бытие, 2 глава, 9 стих и 17, упоминается дерево познания добра и зла. Написано, что Бог сотворил, да? Написано, что Бог сотворил в 9 главе все деревья, от которых можно было плодов есть, дерево познания добра и зла и дерево жизни, да? И дерево жизни. Мы давайте поговорим о дереве познания добра и зла, что с этим связано и, ну, скажем, в целом вот о том, зачем Бог посадил эти деревья. Может, можно было бы без них, и зачем это дерево познания добра и зла? Нельзя было просто деревья, 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 дерево жизни, и все. Авель. Был такой анекдот в свое время, когда на курсе молодого бойца спрашивают: товарищ майор, а можно, говорит, пушку вот так вот на бок положить, ствол, говорит, загнуть, и чтобы она за угол стреляла? Он говорит: можно, но по уставу не положено. Можно было посадить деревья, но у нас Бог, Он, во-первых, справедливый, во-вторых, Он Бог порядка. В-третьих, скажут, Он несправедливый, прежде всего, Он любовь. Но Он справедливый. Любовь невозможна без справедливости, хорошо, да. Я так считаю. Это мое мнение, что не может быть Бог, любви без справедливости, потому что должен быть какой-то абсолют. Абсолют, который, как бы, вот, ну, выше его нет, потому что любую справедливость, любую любовь можно оспорить. А Бога оспаривать бессмысленно, потому что Он Создатель всего, Он Абсолют. И для того, чтобы мы научились тому, что все, что мы делаем, все, к чему мы прикасаемся, все, что мы посеем, будет иметь плод, были посажены, соответственно, и деревья, как прототип всего этого. В том числе дерево познания, что такое хорошо, что такое плохо. Так это переводится с иврита, а не познание добра и зла. Но почему Бог сказал, что мы не можем кушать от этого дерева? От всего можем кушать, потому что, как бы, там все написано, что нам в пропитании будет, да? А вот этого дерева нельзя кушать. Почему? Потому что когда мы вкушаем плод чего-то, мы получаем какие-то последствия всего этого. Соответственно, если мы вкушаем от плода познания, что такое хорошо, что такое плохо, мы становимся судьями того, что такое хорошо, что такое плохо. Бог этого не хочет. И это можно очень просто проследить и доказать с помощью последующих глав. Как только кто-то берет на себя полномочия судить, что такое хорошо, что такое плохо, он тут же берет на себя и примеряет форму и полномочия Бога. В этом случае. То есть ты имеешь в виду, что человек не может оценивать, понимать, что хорошо, что плохо? Может, но это будет его оценка. Человек это не абсолют. Или он не может оспаривать то, что Бог считает. Нет, имеется в виду, что человек это не абсолют. Бог знает, что хорошо и что плохо. Вот мы, например, не согласны с волей Божьей. Вот эта фраза, которую ты сказал. Я пытаюсь пояснить. Я поясняю, чтобы ты точно ответил на мой вопрос. Как только ты считаешь, что или судишь, что хорошо и что плохо, ты типа уже все. Ты не можешь этого делать. Ну, это полномочия Бога. И я могу показать сейчас здесь, прямо вот в этой главе, недалеко не уходя. Нет, может быть, другими словами объяснить. Но мы иногда, вот простыми словами, если объяснить, мы не принимаем того, что Бог нам уготовил. Мы начинаем роптать: вот Бог, зачем, за что нам это, почему нам это, как нам это. Но Бог говорит, только я, это принять. Говорит, не в этом плане. Я говорю, давайте основываться сейчас на Писании. Исключительно Писание говорит так: только я имею намерение о вас во благо, а не во зло. То есть, если Бог что-то решил, что это хорошо, даже если мы считаем, что это плохо, это хорошо. Потому что Бог так решил. Это позиция верующего человека. Потому что когда мы приходим к Богу и ищем Его, то ищущим Его Он воздает. Так написано. Но мы же должны отличать зло от добра и как-то не на уровне своих суждений. Дальше Ева, если мы будем... Невозможно сейчас про этот конкретный стих говорить, ничего не касаясь. Ева сказала, что... Бог же сказал не кушать, смертью умрете. Змей посадил зерно сомнения. А Ева сказала, что это дерево хорошо. Для еды и на вид тоже неплохо. А дальше, как бы, произошло то, что произошло.
Потому что и Бог сказал, это не есть. Она не может судить, хорошо это или плохо. Если Бог сказал, это не есть. Надо доверять. Да, надо доверять и послушаться. Вот, собственно говоря, в этом и заключается. Потому что человек может мыслить на уровне того, что он видит, на уровне того, что он ощущает. У него нет глобального взгляда на жизнь. И дальше что происходит? Если человек берет на себя полномочия Бога, то он, соответственно, говорит, я Бог. Я сам решаю. Я сам решаю, и мне никто не нужен. Как сегодня теперь говорят, и я, греха не существует. Да. И дальше, почему Бог отказывается от идеи того, чтобы угостить человека плодом от дерева жизни? Угу. Потому что они начнут жить вечно. Жить вечно с такой теологией, как у Евы с Адамом, что они сами все решают. И в таком могли состоянии. Да, они уже больше не могли. Поэтому они были изгнаны из Эдемского сада. Потому что если бы у Бога изначально не было планов, чтобы человек жил вечно, он бы сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла, и от древа жизни не ешьте. Угу. А там нужно было есть от всего. А вот от дерева познания добра и зла есть было нельзя. Но они решили, что можно. Какая странная штука, да, вот столько деревьев, а вот именно это одно дерево. Потому что и они не обошли. Это прототип. Они подумали, они сказали, а нам все можно. Потому что это прототип, не судите. Потому что каким судом вы судите, таким и вас судить будут. Вот Ева подумала, что это хорошо, а это же было нехорошо. То есть вообще не судить? Или, лучше не надо. Почему я об этом говорю? Потому что многие люди к этому слову по-разному относятся. Судить? Не судить это вообще никак там. Кто-то что-то делает. Мы не осуждаем, мы не. То есть даже рассуждать для себя и осуждать это в себе ты типа не можешь. Есть рассуждение с осуждением, но если внимательно вчитаться в Нагорную проповедь, прям вот внимательно, и дальше просмотреть, как на основании Нагорной проповеди действует сам Иисус, он осуждает исключительно поступки людей. Он никогда не ценит их самих. Друзья, есть, напишите, что вы думаете по этому он поводу. Он не оценивает это. Мало ли, какие-то реплики нам тоже помогут. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь. Это очень безусловно. Я напомню то, что тема. Ты сказал до этого. Да. Ты сказал, что Тубишват нас приводит к дереву жизни. Да, но пока мы говорим о дереве познания добра и зла, но может быть как-то. Они приходят к этому дереву жизни, тут важно понимать, посредством разных мистических действий. Угу. Потом, может быть, еще об этом поговорим. А наша задача другая. Да и вообще не только наша, задача каждого человека. В том числе, будь он заядлый каббалист, вот ему тоже нужно к этому прийти. Значит, о чем речь? На одном из эфиров, кстати говоря, Евгений, я, может быть, месяц назад, мы как раз таки говорили, вообще, а зачем, собственно говоря, вот именно два вот эти дерева? Да. А я думаю, что есть ответ в самом начале. Я думаю, что, как говорится, повторение мать учения, можно еще раз напомнить. Смотрите, тут очень интересный принцип заложен. Он заложен с самого начала, этот принцип. Я утверждаю, что просто другого пути даже и не было. Как вот действительно вот эти два дерева поставить и дать выбор. Вот в первой главе написано. А я с третьего даже могу стиха начать. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». То есть это первое слово, да, которое было Богом произнесено. Угу. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Было вечер, было утро, день один. Безусловно, конечно же, мы ведем речь также о физическом спектре света, обо всем физическом спектре света. Но очень примечательно, что дальше вот в продолжении, да, мы читаем, что он поставил светила, которые отделяли свет день от ночи. К чему я пришел? Тут не только говорится о спектре света, но тут говорится о принципе. О принципе разделения. Бог сразу поставил четкую грань. В духовном, моральном плане, как хотите. Есть свет, а есть тьма. Поэтому, если бы вот эти два дерева не были посреди рая, вот эти бы слова в начале были бы просто пустотой. Бог не может противоречить самому себе. Есть свет, а есть тьма. И вот даже вот через это дерево, через плоды, через познание этих плодов, он нам показывает, где вот эта вот тьма, она закрыта. Кстати говоря, очень интересный момент, что я читал на иврите, в русском синодальном переводе написано, что Адам спрятался между деревьями рая. А в иврите, если вчитаться, он спрятался посреди дерева, в единственном числе. А во второй главе, в восьмом стихе, еще до этого написано, что дерево жизни было как раз-таки в середине.
рая, посреди рая. То есть я думаю, я не уверен на 100%, но я думаю, что согрешив, Адам от дерева познания добра и зла вместе с Евой захотели вернуться и спрятаться внутри дерева жизни. Но у них ничего не получилось. Потому что хотели своими делами. То же самое сделали наши друзья-каббалисты. Вот посредством этой трапезы, вот этого седера, они хотят вернуться к дереву жизни посредством вот этих трех уровней. Это, знаете, может быть, даже не надо об этом говорить. Это такая математика с геометрией, что просто ну, лучше туда не касаться. То есть там есть первый уровень поедания, где твердая оболочка у вот этих вот у фруктов или сухофруктов. Потом это первый уровень, второй это более мягкое, и третье, когда ты поедаешь сухофрукты, ну, или фрукты вместе, да, целиком. И этим самым ты, ну, как бы воспринимаешь, у тебя есть восприятие полноты возвращения к дереву жизни. Но это ихний путь. И я вот думаю, что вот здесь у нас должно быть очень четкое понимание. И, кстати, просто вот закончив, подытожив, да, во время, в период, когда творение было идеальным, непораженным грехом, мы не видим какие-то законы собирания плодов, как, допустим, вот мы читаем в Левите, да, 19, 23, 24 стих, где нужно посадить дерево, 3 года плоды считаются необрезанными, и только потом ты приносишь четвертый, как это называется на иврите, четвертый плод или четвертое подношение после того, как дерево подготовлено после 3 лет. Ты приносишь, ты уже можешь есть, ты можешь их срывать, и у тебя есть уже как бы вот это подношение четвертое, да, на 4-й год. То есть уже другой принцип, потому что деревья и все творение тоже поражены грехом. Дерево нужно подготовить, дерево нужно обработать. Ему, кстати, 3 года здесь тоже имеет свой символизм. Мы читаем Иосию, где на 3-й день он воскресит и восставит, да. То есть, и мы видим притчи Иисуса, когда нужно подождать, нужно дерево обработать, не принесет ли плоды. И вот, это мы. Мы должны это понимать. То есть, мы должны быть подготовлены для того, чтобы приносить плоды во славу Божию, во славу Царствия. И это только через послушание Богу и только через возврат к этому дереву жизни. Посредством Иисуса Христа. Примерно об этом тоже говорил. Кстати, в Откровении не написано, да? В Откровении не написано, что... Подожди секунду, про Откровение. Я хочу тебе задать вопрос. У нас вопрос есть такой. Объясните место из Библии, Откровение, 22 глава, 2 стих. Среди улицы про древо жизни, и по ту... которое есть, да. Сейчас, секундочку. И по ту, и другую сторону реки. Древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. Вот это то, что я говорил. Что это? Древо жизни есть, а древо познания добра и зла нет. Нет, да. Почему? Потому что человечество посредине, уже прошло через то дерево. Посредине между деревом жизни и деревом, вернее, деревом познания добра и зла, деревом жизни в конце есть посредине очень важные слова. Там написано, что я буду им Богом, а они будут мне народом, и больше не будут говорить «познай Бога». Да. Потому что я буду обитать среди них, и они будут знать меня, и законы свои напишу на скрижалях сердца. То есть на нашем сердце будет написано то, что видит Бог. Вот здесь уже не будет надобности в познании того, что такое хорошо и что такое плохо. Мы уже будем как Он? Мы не будем как Он, мы будем Его детьми видеть. Но Иисус дал нам власть, тоже, мы будем Он нам дал власть быть чадами Божьими. Кто такие чада Божьи? Сын короля, сын царя. Суть. Царь. Соответственно, мы имеем то же самое и в тот же надел в Царстве Божьем. То есть мы переродимся. Мы переродимся. И написано, что раб не пребывает вечно в доме Господина, а сын пребывает вечно в доме Господина своего. Соответственно, нам не нужно будет познавать, что такое хорошо, что плохо, потому что мы полностью доверимся Ему, и там то, что Его наше, соответственно, и то, что наше Его, потому что мы будем одно Хорошее с Ним. Слово, да. А древо жизни нам нужно для исцеления народов, для того, чтобы приносить плоды, для того, чтобы продолжить нашу вечную жизнь и так далее. То есть, ну, я вижу как такую аллегорию. А что это за дерево жизни? Что это? Это что-то? Это образ какой-то? Это про что? Про кого? Про, как вы думаете, не про кого? Это просто дерево? Ну, на иврите называется эцехаим. Как бы эц – это то, что произрастает из земли. То есть, изначально мы знаем, что вначале было ничего. Потом Бог создал что-то, что называлось земля и небо.
И вот из этой земли потом произросли растения. То есть это что-то, что произошло из первичной субстанции, которая была создана, назовем ее земля, как написано в Библии. Да? Mm-hmm. Соответственно, это то, что зародилось. После того, как оно зародилось и выросло, произошли еще какие-то моменты до того, как появился человек. И потом, когда оно зародилось и выросло, и появился человек, у человека было что есть. У него было зачем ухаживать, у него было что продолжать. Соответственно, дерево жизни – это то, что дает, и Писание об этом говорит, дает нам в жизнь вечную. Соответственно, жизнь, она не та жизнь, о которой мы сегодня говорим, вот мы там родились, прожили, заплатили налоги и умерли, да? А эта жизнь вечная, она начинается в момент нашего покаяния, совсем не после смерти. И вот это как бы очень важно, что мы приближаемся к этому древу жизни по мере нашего освящения. Написано, святой да освящается еще, да? Когда мы придем в святость, достаточно для того, чтобы... Господь нас к себе призвал, все остальное сделает Он, но от нас зависит очень много. И дальше наша вечная жизнь продолжается благодаря этому. Я думаю, что это больше аллегория, чем само дерево. То есть мы не будем, должны будем подходить к нему и заправляться от него каждый раз, чтобы жить вечно. Что ты думаешь? Да, я считаю, что любое слово, любая вещь, или какое-то явление, которое произнесено, да, или написано Богом в Его Слове, да, в Библии, имеет также свою... в определенный момент, не всегда, да, но имеет свою визуализацию. Вот, допустим, когда мы читаем об облаке, да, которое сопровождало еврейский народ, днем был облачный столб, да, и ночью был, мы же понимаем, что это образ водительства Духом Святым, это, по сути, водительство Духом Святым, но понятно, что они все равно видели это облако. Я думаю, что Адам и Ева все равно, визуализация была. Она существовала. Ну и опять же, если вернуться вот к аналогии свету, да, интересно, да, что, опять же, в самых первых стихах мы читаем, что был свет. А в конце книги Откровения написано, что нету даже нужды в свете, да, в этом городе, в небесном Иерусалиме, потому что Агнец есть свет его. То есть я думаю, что если это так работает, значит, я могу на основании вот этой вот библейского принципа повторения, да, то, что я уже знаю, то, что я читал, прийти к выводу, что Иисус, ну, по сути, Он и есть то самое дерево жизни. Да. И не случайно 15 глава Иоанна об этом говорит, да, я лоза, а вы ветви. То есть он недвусмысленно просто дает понять вот эту вот потрясающую, на мой взгляд, визуальную аналогию. Он хочет, чтобы мы на уровне визуализации понимали вот эти духовные принципы, законы и жили в соответствии с ними. Перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, вот что я вам зачитаю. 1 Коринфянам 15 глава, уже как-то звучало в эфире эти местописания, но апостол Павел говорит о воскресении, он связывает это с нами, что мы как вот семя, да, написано, когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. И дальше он ведет, сеется в уничижении, когда человек умирает, да, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. Это он говорит о воскресении. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Если тело душевное, есть тело и духовное. Так написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить образ небесного. И поэтому, что бы ни происходило там в Эдемском саду, Христу, как я вижу, все равно надо было бы прийти, потому что Он Господь с неба, в отличие от Адама, который был перстный. И вот Он проводит вот эту аналогию, Он как бы проводит, что мы как семя, да, вот мы же семя, не как семя, мы семя, да. Нас тоже когда-то посеяли, мы да, возникли, вот как написано, семя и жатва вовек. Да, вот будет. Этот принцип, он работает везде. Вот, я еще раз хочу подчеркнуть, потому что это мой подвиг веры. Я посеял семена, просто семечки, из магазина купленные, но недоеденные. Вот я их посеял у себя на балконе, в почву. И вот я вам скажу, что на днях, вчера, сегодня,
у меня из одного уже расцвел подсолнух. Они интересно, да? Интересно, это то, что у меня произошло. Сначала это семя умерло, потому что, то есть оно вылезло, и остались только вот эти... Дольки семени. Да, да, шкарлупа. Вот со шкарлупой они росли, они опали. То есть апостол Павел сравнивает это со смертью, то есть что семя должно умереть, иначе оно останется одно, просто будет семечко. А иначе оно принесет плоды, и оно перерождается. То есть мы говорим перерождается, на самом деле он говорит, оно восстает, как будто оно умирает и восстает. И по такому же принципу мы, как семя, тоже оставим шкарлупу вот эту и восстанем новые, потому что у нас есть надежда на Господа. То есть это вот процесс семени и жатвы, он связан с нами в том числе, потому что мы такое же теперь семя. Теперь есть этот подсолнух натуральный. Сколько там будет семян в нем внутри, из одного семени, которое ты посеял? Ну вот. Говорит о чем Иисус? Он говорит, семя, упавшее в землю, не принесет много плода, если не погибнет. Если не погибнет, если погибнет, не умрет. Если не принесет, да, много плода. Да. Вот посмотрите, почему Иисус так много учил притчами именно о плодах, приводя в пример смоковницу, виноградную лозу, маслины, почему акцент был именно на деревьях, растениях, семенах. Вот. Ой, у меня есть ответ на это. Ну, давай, давай, раз есть. Как-то раз мы уже говорили, по-моему, с Барухом здесь в эфире, что Иисус проповедовал, исходя из того, что люди видели, и вот как правильно, визуализировал это все, то есть то, что они уже знают. И вот он приводил пример. Вы знаете уже по листьям смоковницы, что смоквы появились. Помните ту историю, когда он подошел к смоковнице, хотел поесть, а там нету смоков? А что он же Бог. Он же подошел к смоковнице, не знал, что там нету плода. Он же Бог, он и создал эту смоковницу, собственно говоря. На самом деле, это было очень показательно именно для учеников. Некоторые говорят, чего, еще же не время. Еще и проклял. Не время приносить плоды, он ее взял проклял. Вот как раз нужно знать, что такое смоква. Смоква, на самом деле, это инжир, да, этот вот ТНА, то, что здесь называется. И особенность этой смоквы такая, что поскольку здесь климат такой, будем говорить, неблагоприятный, а сам вот это вот сам инжир, он очень нежный фрукт. Смоква, когда появляются смоковницы, когда появляются смоквы, листьями прикрывают эти, особым образом прикрывают эти плоды для того, чтобы они не жарились на солнце, а созревали равномерно. И еще одна притча есть, где Иисус говорит, вы уже увидели, что когда смоквы приносят плоды, то ветки становятся мягкими, вы знаете, что можно уже брать плоды. Так вот, он увидел поведение смоквы, что она как будто бы принесла плоды, а плодов там нет. И это было очень показательно для учеников, что он не хочет, чтобы мы прикидывались, будем так говорить, тем, что мы есть, тем самым не являясь этим. Соответственно, смокву он эту смоковницу он проклял, потому что она пыталась показаться тем, чего нет. То есть она пыталась сказать, у меня есть плоды, но когда дошло время до покажи, show me, а нету. И это была ложь. И это как раз то, что в глазах Иисуса неприемлемо. Нельзя лгать о том, что ты плодоносный. Это, может быть, перекликается с тем основным вопросом для телезрителей. Можно быть плодоносным в любой ситуации, но прикидываться плодоносным, это как раз противоречит принципам Божьим того, что он понимает, хорошо или плохо. И это же касается и любых других растений. В том числе, кстати, по поводу смоковницы очень много, по поводу, как он называется, скажи, я тоже скажу, задар. Ну, эсоп, да. Так вот, по поводу эсопа, по поводу ливанского кедра, то есть там очень много разных есть аллегорий. Например, чем отличается эсоп от ливанского кедра? Почему такой могущественный, красивый, статное растение, почему его не использовать в качестве там каких-то кисточек, да, а почему именно эсоп? Эсоп, на самом деле, эсоп, это растение, которое в высоту не больше 30 сантиметров. Его здесь везде можно найти, его даже вот мы в чае употребляем, иногда в еду там и так далее. Называется он наивритизатор, на арабском, простите. И у него, оказывается, корневая система настолько прочная, что какие бы ветры его не сносили, какие бы потопы там не были, потоки вод с гор, какие бы ни были камнепады, это растение уничтожить невозможно из-за того, что он укоренился. Ливанский кедр, у него огромная красивая крона, но корни его абсолютно поверхностные. То есть он распространяется и удерживается за землю, только вот распространяясь везде своими корнями, чего нет у эсопа. Поэтому он всегда сравнивает два этих растения. Спасибо большое. У нас остается 2 минуты до конца
нашей части второй, и в третьей части мы к вам вернемся, и также Нейман отреагирует на ту тему, о которой мы говорим. А сейчас мы молимся за вас, дорогие. Я напоминаю вам вопрос, вопрос, как плодоносит в тяжелых испытаниях. Пишите нам. Возможно, еще на что-то вы отреагируете. Но мы сейчас, вот несколько я прочту. Анна просит поддержки за Анатолия. У него ковид, тяжелая пневмония. Мы молимся за всех ковидных больных. Мы молимся, чтобы вы благополучно прошли этот момент и остались живы. Прошу молиться за работу. Лидия просит за решение финансовых проблем. Алексей также просит благословений на него, на дом. И я вижу еще ряд, и Лилия, и Николай, Инна, Ирина просит молиться за нее, чтобы дом появился, за покаяние мужа. Инна просит Николай за получение документов, Георгиевна, Лилия за Розацию, такое имя. И дальше. Отец Небесный, мы просим Тебя за всех наших телезрителей. Особенно, Господи, кто сейчас переживает эти боли, эти страдания с дыханием, Господи, затрудненным дыханием от ковида, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, дай пройти всем это сложное испытание. Мы молим Тебя, чтобы целительная сила Твоя распространилась, чтобы не было допущено продолжение этой болезни, Господи. Пусть остановится прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Провозглашаем защиту и покров на каждом верующем человеке. Благодарим Тебя, Господь, за выздоровление. Уже сейчас станет лучше, и поворотный момент, Господи, настает сейчас. Благодарим Тебя, Господь, за Твою милость и за Твою благость к нам во имя Иисуса. Аминь, дорогие. Будьте с нами в третьей части. Поговорим еще на несколько тем и вопросов, и пишите нам, продолжайте писать. Приветствую вас, братья и сестры, от имени Твоей Церкви Москва. И я рада, что есть такая возможность с помощью христианского телевидения обратиться к вам, потому что важно не только слышать, но и быть услышанным. Господу есть дело до каждого из нас, хотим мы этого или нет, верим мы в это или не верим. Я хочу сказать о своем покаянии, которое началось со лжи. Один мой хороший друг пригласил меня на собрание, я, конечно, опоздала, потому что, мне было просто интересно. А в дверях стоял прилично одетый мужчина, который предложил всем собравшимся в дверях же, прежде всего мне, собирать опоздавших по 20 копеек. Такая интересная шутка. Я ему предложила, что можно начать из себя, потому что он тоже в дверях стоял. Народу было много, он показал мне место в зале и предложил сесть. Проходя мимо него, он вдруг задал мне вопрос, а покаялась ли я? Я ответила, что да. Просто чтобы пресечь дальнейшие вопросы, чтобы не было дополнительных каких-то моментов, которые бы заставили меня почувствовать неловко. Да, это оказался пастор дружественной церкви, который приехал к нам с проповедью. По окончании собрания я рассказала об этой ситуации своему другу, который пригласил меня на собрание, о том, что я ухитрилась солгать, и не просто в церкви, но еще и пастору. Мой друг сказал, что надо бы подойти и об этой ситуации рассказать. Если я не расскажу об этой ситуации, то придется ему это сделать за меня. Я подошла. Пастора звали Сергей Васильевич. Слушал он меня очень внимательно. И по окончании предложил мне покаяться, то есть исправить ситуацию. Вы знаете, у меня имелся уже обрядовый опыт православной церкви. Мне казалось, что такая серьезная вещь, покаяние, нужны свечи, тишина, определенная подготовка. Я запомнила слова этого пастора. Он сказал, что если собираться долго, то можно никогда этого не сделать.
я вот в тот самый момент я поняла, что именно для этого я нахожусь сейчас здесь, и я должна это сделать. А дело происходило в вестибюле. Вокруг были люди. Кто-то неподалеку пил чай. Вы знаете, я помню только первые слова, обращенные к Господу. Я пришла в себя на слове «Аминь». Вот если бы кто-то мне сказал, что после покаяния с человеком начинают происходить чудеса, жизнь меняется безвозвратно, ну, я бы, наверное, не поверила. Нет. А ведь чудеса начали происходить. Но я хочу рассказать о главном чуде. Я начала воспринимать Библию и понимать, и читать не как книгу или летопись, а как Слово Божье. То есть раньше вот как бывало? Ну, читаешь, откроешь Ветхий Завет, Новый Завет. Буквы складываются в слова, слова в предложения. А смысл не понимаешь. Он утрачен. Вы знаете, говоря современным языком, я бы сравнила чтение Библии с работой программы, которая восстанавливает поврежденные файлы нашей души, укрепляя и восстанавливая утраченную связь с Господом. И этот процесс невозможен без покаяния, как покаяние невозможно без веры, безапелляционно, бескомпромиссно. Сердце никогда не ошибается. И если в нем появилось желание сделать добрый вклад в этот мир, его нужно обязательно осуществить. Ведь желание, исполнившееся, приятно для души. Пожертвуй на ТБН, и о любви Христа узнает еще больше людей. Это очень легко сделать, где бы ты ни был. На сайте ТБН с помощью банковской карты или с помощью системы PayPal. С помощью банковского перевода в системе IBAN для стран Евросоюза. Или с помощью системы быстрых переводов MoneyGram и Золотая Корона. Праведник дает и не жалеет. Друзья, это третья часть нашей открытой линии. Вы все еще можете нам написать, позвонить или прислать нам вопрос, или молитвенную просьбу, нужду. Мы помолимся обязательно в прямом эфире за каждого из вас. Мы говорим о Туби Швате, и, конечно, больше мы говорим не о Туби Швате, не о празднике деревьев, а говорим о смысле семян, посевов, урожая, плодов, то, о чем говорит Библия, да, к чему она нас склоняет. Поэтому мы продолжаем говорить на эту тему. А именно у нас есть еще несколько вопросов перед тем, как мы перейдем к этому вопросу, как плодоносит в тяжелых испытаниях, которые я задал вот в первой части. В третьей мы реагируем на то, что, как вы отвечаете на этот вопрос, и тоже поговорим об этом немного. Вот Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Как смысл этого стиха библейского относится к повседневной жизни христианина? Я его процитирую, или ты его уже открыл? Я открыл, если честно. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Вот во второй части немного я эту иллюстрацию, которую я испытал у себя на балконе, посеяв семя обычной семечки, констатировал его смерть. И она, да, она перешла через смерть, преобразование, вот воскресенье совсем в другом новом теле. Вот у меня расцвел сегодня, со вчера на сегодня, вчера уже немножко показались лепестки этого подсолнуха, а сегодня уже, вот я уже его увидел полностью. Он еще небольшой, но тем не менее, там еще должны семена появиться. Вот. Но вот как вы отреагируете на эти местописания? 12 глава, 24 стих, Евангелие от Иоанна, Христос говорит, пожалуйста. Может быть, ты отреагируешь еще можно на предыдущие наши? Кратко, потому что то, конечно, что говорила Вель про смоковницу, это очень интересно. Вы знаете, на что обращаю внимание?
После грехопадения Адам прикрылся чем? Он прикрылся смоковными листьями. Фиговыми листьями. А Евангелие от Иоанна, первая глава, еще больше, вот история с Нафанаилом, или Натанель, еврейское да, имя, Нафанаил, еще больше объясняет вообще принцип. И, может быть, проливает определенный свет, почему вот Иисус проклял именно вот эту смоковницу. Да? Как интересно, когда Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему вот это, прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницу, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. То есть реакция на самом деле удивительная. После того, как Иисус ему сказал, я видел тебя под смоковницу, я не знаю, что на самом деле, мы до конца, наверное, не познаем, что произошло в сердце Нафанаила. Может быть, он был грамотным иудейским юношей, может быть, он вспомнил историю Адама. Но, понимаете, вот эта смоковница, вот это состояние духовное. Я нахожусь там, где я нахожусь. В своих стереотипах. А разве это не стереотип? До этого он говорит, из Назарета может ли быть что-то хорошее? Четко, да. А Иисус вот так вот взял и грамотно просто разбил вот этот стереотип, это упование. Видимо, была правда. Конечно. Потому что Христос даже там не мог ничего совершить. Я думаю, они вот такие были. Смоковница люди. Является прообразом, да и не просто прообразом, а такой позицией пребывания в своих собственных делах, в своем собственном смирении, в своей самоправедности. Ведь после этого, когда Иисус проклял смоковницу, он пошел в храм, и у него с кем начались терки? С фарисеями. Угу. То есть это было указание. Ты не принесешь плода, вы не принесете плод Иерусалим и его и учителя, потому что вы находитесь в этом состоянии, вы находитесь под смоковницу, но вы не хотите оттуда выйти. Нафанаил вышел, и он получил спасение. Вот поэтому я думаю, что это, и, кстати говоря, это напрямую связано с этим стихом, который вы сейчас упомянули. Вот это смерть для себя, для своих дел. И может, я тебя перебью одну секундочку, конечно. Потому что ты сказал, почему он находился под смоковницей, если вы видели когда-нибудь настоящую смоковницу, то самое эца шикма, о котором идет здесь речь. Эца шикма имеет листы огромного размера на самом деле. Они могут доходить до 70-80 сантиметров в длину листья. Ну, такие солидные. То есть там реально можно было Адама завернуть в него. Вот. И когда он говорил, что ты находился под смоковницей люди обычно прятались от других, потому что это были деревья, у которых вот это вот обширная листва, спрятавшись под которой, можно остаться быть незамеченным. И, скорее всего, когда он сказал, ты был под смоковницей, я тебя видел, никто его там не видел. А вот Иисус его увидел. Почему? Потому что он смог разлить его под вот этой вот густой листвой огромных размеров. Да, и вот это состояние, ведь что здесь, какой ключевой момент смерти? Если не умрет, то не принесет плода. Это видоизменение, изменение. Зерно меняется. То есть оно внутри, конечно, то самое, которое было посеяно, но все равно оно видоизменяется, структура другая. И вот это ключевое слово «изменение», потому что смерть для себя, она и воскресение, конечно же, как результат для него несет в себе внутренние изменения. И структура меняется, мы меняемся, то есть наши дела меняются, наша реакция меняется. У нас уже не те амбиции, которые были раньше, и у нас другие желания. И поэтому вот тут, я думаю, именно это Иисус имеет в виду. Я читаю вам контекст, конечно же. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 23 стих. Иисус сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. И дальше, ну, в принципе, это то, что уже относится к этой последней неделе, перед праздником Песоха, здесь, когда они пришли в Иерусалим. От этого момента уже начинаются его проповеди, говорения о Голгофе. И, видимо,
понимаете, как вот есть момент, что, конечно, Христос заплатил цену за нас, да, но тут где-то мы тоже все последуем такому же, пройдем этот смерть, да, смерть и воскресение. Если ты сегодня копнешь без этого невозможно. Под солнухом, то семечку ты там не найдешь. Семечки нет, она умерла, да. И не только она умерла, ее просто там нет. Знаете, вот когда человек умирает, потом делают эксгумацию могилы, там все-таки останки есть. А ты не найдешь никакого семени. Там будет корень, там будет основание ствола, там будет сам вот этот ствол, стебель, да, ну все что угодно будет, но только не семечко. И вот эта вот смерть, это когда мы приносим плод только после того, как мы тоже произошли не от семечки, я имею в виду, понятно, такое прямо, но... буквально семечки. Это другое семя, да. Но вот когда умирает семя, это значит, его просто там больше не становится. Вот Иисус, когда он показал это своей смертью, своим пребыванием в гробу и воскресением. Угу. Когда они туда пришли, они нашли там то же самое, все то же самое, гробница та же самая, камень тот же самый, плащаница это та же самая, саван, да, все то же самое. Даже мастику, скорее всего, ту же самую нашли, только тела там не было. И он явился совсем другим. Потому что он должен был проиллюстрировать то, что он сейчас сказал. Он должен был умереть для того, чтобы потом принести много плода. И это написано в 53 главе Исаии. Там написано, что на плод свой, да, будет взирать с удовольствием. Да, потому что он не мог принести плода, если он не переродился, то, что сейчас нам говорил. Не было бы перерождения, не было бы и плода, пускай. Закон сеяния и жатвы, отменяет ли покаяние прежние греховные посевы? Вот такой есть вопрос, знаете, как человек живет свою жизнь, нагрешился и потом приходит к Богу. И некоторые говорят, ну он должен еще понести тяжесть, последствия той греховной жизни, которую он там нагрешил. Да, слава Богу, он спасен. И вот ваша реакция, как вы думаете, в каких случаях то, что человек насеял, когда он это пожинает, а когда не пожинает? Есть у вас версии? Ну, я думаю, что вообще все, что человек сеет, он в любом случае пожнет. Окей. Неважно. Неважно. Даже если он прошел через смерть и воскресение. Есть но. Что такое но? Написано, что незаслуженное проклятие, оно не сбудется. Что такое заслуженное и незаслуженное проклятие? Мы об этом уже говорили здесь не раз в эфире. Но я считаю, что все наши грехи, они могут быть и смыты кровью Иисуса Христа. Иисус понес их всех на крест вместо нас. Но у каждого семени греха есть последствия, которые называются проклятие. Когда это проклятие заслуженное, и когда оно не заслуженное? Угу. Оно заслуженное тогда, когда мы не понимаем, что то, что мы посеяли, это грех. В момент, когда мы понимаем, осознаем внутри, что то, что мы посеяли, это грех, и что этот грех может прорасти в нашу жизнь в виде проклятия, угу, оно таки прорастет. Если мы не раскаемся в этом грехе. И не исповедуем. И не исповедуем. Потому что все грехи наши Иисус взял на крест. То есть, вот, если мы сейчас осознали, скажем, что если я сейчас говорю, я там перед тем, как покаяться, я много там, я не знаю, делал плохого людям, к примеру. И я говорю, да, я делал, но а что в этом плохого? Ну, я делал, потому что я такой был. Это не называется исповедь. Mm-hmm. Это называется, да, я делал, я помню. Вот этот грех даст проклятие в нашей жизни даже после покаяния. Но если я прихожу и говорю, я делал, я осознаю всю тяжесть греха. Но покаяние, само слово, тоже что-то означает. Я отдаю это Богу и больше этим заниматься не буду. То есть я понимаю, что этого нельзя делать, это плохо в глазах. Я каюсь. В этот момент не прорастет. Проклятие не будет действовать, потому что грех исповедан, и он телом своим всю рукописную о нас понес на крест. И вот здесь очень тонкая грань между тем, что на самом деле это было покаяние, или это было просто поставить священника в курс дела. Да, да, да. Потому что исповедоваться можно не покаяться, просто рассказать о событии, но не иметь раскаянного сердца. А что ты скажешь, что дополнишь? Безусловно, человек меняется изнутри, человек рождается свыше, это главный результат личной встречи с Богом, личного осознания своей греховности и вот этой нужды в Боге. Вместе с тем, опять же, очень важно понимать, не потому что Бог такой жестокий, или не потому что человек обязательно должен платить за все, что он сделал раньше, но Бог, безусловно, он творит чудеса. Он вытаскивает людей из больших ям, из наркотиков, из алкоголя, из других каких-то тяжелых ситуаций, и даже меняет последствия. Угу. И такое тоже происходит.
Но что мы будем, как мы будем реагировать, что мы будем говорить, когда последствия греховной жизни в разных своих проявлениях остаются? То есть что, Бог что-то не до конца доделал? Абсолютно не так. Просто по какой-то причине, может быть, человек должен пройти определенные ситуации. Ну, смотрите, Иаков продолжал хромать после встречи с Богом. Да? То есть он не ходил ровно на двух ногах. Почему? Мы сейчас можем много говорить. Это знак. Может быть, да. То есть, Бог его коснулся. Мирием. Вот почему Аарон, вот Аарон и Мирием, да, не согрешили против Моисея. С Аароном вроде все нормально. Ну, понял, осознал. И Мирием тоже поняла, осознала. Но Мирием 7 дней была вне стана. К примеру, да? Петр... Старый Завет, это мы же говорим о Христе, ну, о пролитии крови, ну, хорошо. О Новом Завете. Петр. Все было в порядке после грехопадения? Нет, не все. То есть, вот, пожалуйста, Новый Завет. Но, опять же, мы не ставим под сомнение тот факт, что Бог любит прощать. Дает нам... Если мы искренние, да, и откровенные, он прощает. Он дает нам белый лист. Вы знаете, мне это очень глубоко засело, очень кратко. Я, нам когда, нужно время когда служил в армии, не буду рассказывать подробно. В одном моменте меня обманули. Я тогда был в отступлении. Здесь, в армии. Здесь, в Израиле. Меня обманули в одном моменте. В очень важном. Не буду сейчас заходить в дебри и подробно это говорить. Угу. И я поступил по своей воле и получил штрафбат. И мне продлили срок службы. А момент был очень такой тоже тяжелый, непростой, жизненный. И будучи еще в отступлении. Я когда обратно возвращаюсь к командиру, а командир был довольно-таки строгий. Я ему ничего не говорю, я даже не каялся, я не просил у него прощения ни за что, я не извинялся. Он смотрит на меня и говорит, вижу, что ты хороший парень, и хочу тебе сказать, все, что было, прошло. Ты хороший солдат, я открываю тебе белый лист. И вот это очень глубоко засело, если это человек... То, что говорить о Господе. Да. Поэтому это даже мы не подвергаем никакому сомнению, что белый лист открытый. Друзья, значит, я напоминаю вам вопрос, как плодоносить в тяжелых испытаниях. Я зачитаю ответы, ремарки, все, что вы тут мне написали. Екатерина пишет, что служить в церкви. Я прошла тяжелые испытания. Это было проще с братьями и сестрами. Алексей, нужно быть привитым к лозе, тогда и плоды будут. Александра, еще больше нужно служить Богу, когда тяжелые времена, только так их и пройдешь. Маргарита, прославлять Бога, помочь ближнему. Ирина, удалиться в пустыню и молиться, искать Бога, после идти приносить плоды, это время для верующих в Иисуса. Цветкова Валентина, служить в церкви, не оставлять служение, хотя хочется все бросить. Лилия, радоваться, когда они приходят, и благодарить. Таня, молиться о людях, семье, детях, чтобы все были спасены. Тера Ахметова, пребывать в близких отношениях с Богом. Екатерина, тут еще дополнительно задают вопрос. Кто, как считает, дерево познания добра и зла до сих пор растет на небе, или его уже не будет, когда мы придем на небеса? Ну, вроде бы вот с Авелем мы говорили, что он, говоря, как раз ответил на этот вопрос, что там не будет. Авель на небесах не был, поэтому... Ну, он по Писанию, не факт, по Писанию, да. Он реагировал по Писанию, да. А в Писании написано, что не будет, да, не будет там на небесах, и здесь уже потом, и вообще нигде не будет, будет только дерево жизни. Дорогие, спасибо вам, во-первых, что вы отреагировали, написали, может быть, что-то я пропустил, но вроде бы, ну вот, пишут нам София, шалом, Иерусалим, Израиль, благодарю вас за прямое включение, всем вам благ, дорогие друзья. Елена, спасибо всем за молитву, за наши нужды. Дорогие, мы рады служить вам. Ну вот, как можно отреагировать, учитывая, что вот нам люди написали? Отвечая на этот вопрос, дело в том, что вот есть некоторые отзывы такие в христианстве,
как бы из-за того, что люди не хотят вот этой всей смерти, вот этого всего испытания, и говорят о таком только положительном настрое, мне кажется, они уходят от главных моментов, потому что даже природу наблюдая, да, есть какое-то умирание, есть процесс плодов, когда люди, ну, когда деревья приносят плоды, да, вот во все другие времена года, кроме зимы, хотя у нас, у меня вырос подсолнечник зимой. Вот. Ну, у нас другие процессы здесь. У нас другая зима. Да, у нас другая зима, да, все другое. Другие процессы. Но интересно, что все равно земля, да, должна успокоиться, все равно не всегда можно приносить плоды. И вот на это тоже важно акцентировать, что человек не может постоянно плодоносить. Знаете, как Новый год начинается, и в церкви воззвание. Год чудес, год плодов, год того, год сего. И впечатление такое, что люди просто давят эти плоды. И реакция на человека, который не приносит какое-то время плоды, знаете, у него такая передышка, такая бывает негативная. И человек начинает себя давить. А он уже сухофрукт. А он уже сухофрукт, да. Как вы отреагируете? Что вы скажете? У вас есть несколько минут у каждого. Как вы относитесь к этим испытаниям, к этому трудному времени? Можно ли плодоносить тяжелое время или не обязательно? Ну, вопрос, опять же, вот к подготовке тех же самых деревьев, да? Мы читали Левит 19 главу, 23-24 стих. Да и даже в притче Иисус дает шанс. Где-то нужно обработать, да, где-то говорит, нужно еще окопать, обложить, окопать. Шанс. Подождите, как говорят израильтяне, савланут, терпение. Да, то есть, да и потом, вот вы говорите, продолжает, да, давить из человека плоды, так может быть, он уже настолько разросся и настолько от него аромат, что просто те плоды, которые уже выросли, да, и произвели, они продолжают влиять на других. И просто, ну, куда уже дальше, да, то есть, ну, тут на все нужно время, и я думаю, что Господь это время дает, поэтому плоды неизбежны, если правильный посев, правильный корень. Отреагировать, что такое плоды, неизбежно. Какие плоды мы ждем, что плоды есть плоды. Духа. Некоторые говорят, это люди спасенные, вот они пришли, вот количество людей, вот это плоды. И как бы... Личные плоды. Наверное, может, это тоже плоды, но... Как бы вот какие личные, о чем идет? Личные плоды. Господь говорит через Павла, говорит о плодах Духа, да, что это кротость, воздержание, терпение. То есть это какие-то свойства характера, это черты характера, которые отражаются в тебе? Вы знаете, ну, есть люди, которые вот даже не покаялись, да, а вот что угодно с ними делай, вот, ну, терпеливые они. Вот это свойство характера. Но мы говорим все-таки о духовных плодах. То есть не обязательно то терпение, которое Бог с нас хочет произрасти, уже как результат. То есть он работает с новым духовным творением, это новый дух, но душа и старые вот эти вот душевные моменты, амбиции, терпение как-то оно по-другому, то есть в разных ситуациях оно по-другому будет проявляться. И это не значит, что тот человек, который всегда был терпеливый в своей жизни, он покаялся, вдруг что-то у него как-то по-другому уже реагирует на ситуацию. И это значит, что, может быть, там что-то не до конца. Как, на твой взгляд, плоды, вот сейчас коснулись и время приношения этой плодов? Этой притчи. Тут же Иисус говорит, что притчу рассказывает, что не надо срубать дерево. Нужно его подождать, окопать, обложить его нужно золотом, там, серебром, одеялком постелить, да, там нужно обязательно... Уголь закопать. Да, нужно обязательно там обогрев. Нет, он говорит, навозом его нужно обложить. Да. Потому да. что там должно что-то перегнить, там должно что-то подпитать и так далее. Оно не всегда приятное. Навоз воняет. Да, и не всегда приятное. И он поэтому и говорит, что будут какие-то вещи, которые нам не всегда будут приятны делать. Бог дает нам шанс. Не потому, что мы... Это мы возвращаемся к первой части. Его намерения нас всегда во благо, а не во зло. Даже если нам кажется, что они во зло. Или даже во зловоние, да, этого навоза. Но вот как приносить плоды в сложной ситуации, мне сложно сказать на эту тему однозначно, да и нет, наверное, однозначно вот это, потому что опять о каких плодах мы говорим? Мы говорим о плодах личных, мы говорим о плодах церковных, мы говорим о плодах служения, мы говорим о плодах наших семейных взаимоотношений, мы говорим о наших детях, мы говорим о нашей пастве, о чем мы говорим?
Мы обо всем вместе говорим. Обо всем вместе невозможно говорить. Потому все равно там принципы похожи. Если бы можно было говорить обо всем вместе, мы посадили бы одно дерево, и с одной ветки мы бы снимали груши, с другой яблоки, с третьей апельсины, с четвертой авокадо. Так не бывает. Каждое дерево растет по-своему, каждое дерево обрабатывается по-своему. Ну, это у деревьев, а у нас, может быть, можно. Может быть, да. Но, знаете, ученые здесь сделали так, что помидоры приносят плод 6 раз в год, да, а авокадо вот только один раз, или манго. Поэтому, да, друзья. В заключение, потому что я хотел сказать, могу сказать так. Есть такая английская пословица. Do your best and let to God to make the rest. Сделай лучшее, что от тебя зависит, Бог сделает все остальное. Мы должны всегда стремиться делать все, что от нас зависит, как для Бога, не как для человека. Да, друзья, спасибо вам. Действительно, это важно. Давайте помолимся. Давайте помолимся, поведите нас буквально по минуте. У каждого есть за телезрителей вот в этой стезе о плодоносности. В основном тех, которые сейчас не плодоносят и право проходят очень тяжелые испытания. Да. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты каждого из нас взращиваешь еще эту утробу матери. Ты видел, как образовывались наши кости. Ты сплел наше тело, Господь, в утробе матери. Ты наблюдал за нами. Ты кормил и взращивал нас, Господь, еще от утробы матери. Ты родил нас, Господь. Ты ведешь нас по нашим путям, Господь. Они не всегда прямые и не всегда совпадают с Твоими, Господь, но Ты возвращаешь нас всегда. Господь, Ты каждого из нас создал уникальным созданием с уникальными дарами и талантами, которые Ты в нас вложил, и Ты в нас веришь, Господь. Да, Господь. Господь, дай нам просто мудрость. И сейчас прошу о мудрости, чтобы каждый увидел, в чем плоды его личной жизни, его служения, его семьи, его паствы, Господь. Во имя Иисуса Христа дай ему понять, что он за дерево в Твоем саду, какие плоды Ты от него ждешь, Господь. И, Господь, помоги ему укорениться в Тебе, в Твоей почве, Господь. Обложи его тем удобрением, которое Ты хочешь, чтобы был он обложен, чтобы он приносил много плодов в Твое Царство, Господь. Мы просто стяжаем сейчас это Царство Небесное на землю в жизни каждого человека. И мудрость Твою, Господь, и благоденствие Твое, Господь, и плоды, которые Ты взращиваешь, Ты, Господь, будешь их пожинать потом. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом и в согласии принимаем это от Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Пожалуйста. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за новый сезон в жизни каждого верующего человека. Конечно же, Господь, в Твое время. В то время, которое Ты каждому определил. Даже если кто-то сейчас чувствует, что он уже не плодоносит, и он ощущает себя, может быть, деревом, но деревом в пустыне, дерево, которое не питается водой. Но, Господь, Ты даже в пустыне можешь дать и открыть эти источники воды живой. Мы иногда должны почувствовать себя пустыми для того, чтобы мы могли быть готовы к новому уровню наполнения той живой водой, которую Ты даешь. Поэтому мы просим, Господь, чтобы мы, как Твои дети, были готовы к этому новому уровню наполнения от Тебя, чтобы мы не всегда водились своими чувствами, переживаниями, чтобы нашей мотивацией было не только тот факт, сколько людей мы привели в Твое Царство, хотя, безусловно, это является важным моментом, но, Господь, мы просим за внутреннюю жизнь, за то, чтобы она, я прошу также за себя в первую очередь и за всех наших телезрителей, чтобы эта внутренняя жизнь была полна Твоим содержанием, которым Ты наполняешь нас. Мы просим за правильные плоды, за созревшие плоды. И не просто за созревшие, но за те плоды, которые были правильно подготовлены. Поэтому мы просим за правильную подготовку. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за этот эфир, за то, что Ты действовал, давал мудрость и понимание и касался каждого нашего телезрителя. Мы веряем их в Твои руки и благодарим Тебя, что они будут распознавать эти периоды понимания, как приношение плодов, и благодарим Тебя, Господь, что они будут как деревья, посаженные у потоков вод, Господи. Благодарим Тебя, что всякий раз они будут приходить к Тебе и располагать свои корни в Твоем Слове, в Твоем Духе, Господи. И Ты поможешь им принести плоды во имя Иисуса Христа. Благословляем, Господь, каждого. Просим Тебя, чтобы Ты сотворил эти чудеса для исцелений, для восполнения нужд, с работами, со всем, Господи, поддержи наших телезрителей во имя Иисуса Христа. Благословляем каждого из них во имя Иисуса. Аминь. Дорогие, пусть Господь действительно даст вам руководство и понимание, откровение о приношении ваших плодов, как, знаете, у Сары
в то время, когда она ждала и хотела, это не получилось, но пришел ее час, когда она принесла плоды, тогда, когда Господь установил. Поэтому вот Божьих плодов вашей жизни, ваши вот в те времена, которые Господь для вас определил. Аминь. Аминь. Аминь.